Что я тут с вами стою, тарелки, на вас скоро выход! Тарелкин, лучше репетируйте! Репетируйте лучше! Я не буду мешать Тарелкину выступать с его любимыми зверями. А Шарик, ребят, ушел из цирка. А Шарик? А вы чего это здесь делаете? Ребят, кажется, я... Ой, кажется, я во второй раз рассыпаюсь! Ой! Лошарик, ты чего еще и рассыпаешься, что... Ребята! Ребята, срочно нужна ваша помощь! Мне за то, что я ушел из церкви без спроса. Ой, Тарелкин, надо спрятаться, надо спрятаться. Пошли. Ты чего? Ой, чего это? Чем-то завалило. Здравствуйте! Ух ты! Это что, саночки, что ли? Ага, не простые санки, а не волшебные. Как я загадал! Да, нужно только сесть в них и сказать: поехали, саночки, и они отвезут тебя, куда захочешь. Ой! Чего это? Лиса на дороге лежит. Лиса, ты чего разлилась-то на снегу? А, лови, ежик, вот оно! Ой, это же снежинка. Ну да. Она чего, сладкая, что ли? Да нет, она не сладкая. Ты загадай свое сладкое желание, а потом подуй на нее, понял? Козлёва! Любил он играть на полянке зеленой. Лагу! Могу перепрыгнуть и лужу! А следом погоня! Ой, бабочка, бабочка! Бабочка, бабочка! Сколько стульев и игрушек, сколько птичек, мишек, зайчиков! Сколько светит звезд на небе, сколько хлебных крошек в хлебе, сколько девочек и мальчиков! Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять! Молодцы, сказал! Можно я с тобою, мам? В дом кому сказала? Вот теперь я знаю, кто дыры в брюхе ищет. Забодаю! Ой-ой-ой, выручайте, братцы! Ой-ой! Будет знать, как он с козой дерезой тягаться. Водин-водин хоровод, кто из леса к нам идет, у него и волки, как лесу на елке. Нёшь-нёшь-нёшь идет, не бойся. Зовут Ганс Христиан Андерсен. И сегодня вы увидите сказку «Огниво». Видишь, это старое дерево. Полезай в него, там ты найдешь сундук золота. Такой скандал, такой скандал. Ваше Величество, я люблю вашу дочь и хочу на ней жениться. Что? Палач, казнить его. Стойте, стойте, не казните. Всегда знала, что все будет.